у нас талантливые люди. Как только они поймут, что нужно все, опять же, принимать правила игры, все вложить, и вдруг получится. Не так. Как только у нас поймут, что это все-таки в хорошем смысле бизнес, ты должен сделать хороший продукт, прекрасный продукт, чтобы его купили. А потому что самая главная толкающая сила — это купили, правильно? Ну, смотри, вот я вырезаю из деревяшек куклу, да? Что я сделаю? Ну, корявую какую-то убогую, кривую куклу, которую я... Ну вот, и купите у меня за 100 баксов. А тут то же самое продают, только красивое, все прям вот разукрашенное, ниточка к ниточке, с волосиками, с морщиночками прорисовано, и я своим стою. Ну вот то же самое, сделай хорошо, но продай, а не... Купи Porsche Cayenne, а остальное, ну, эх, блин, вы не поняли, это просто у нас сербский артхаус. Если вы не поняли, значит, это кино не для вас. Да нифига, для всех, значит, ты говен снял. Это продюсеры должны подходить чисто как бизнес, чтобы копеечка ушла в кино. Миллион отдал, 10 миллионов получил. Эти 10 миллионов отдал, 100 миллионов получил. Не надо забирать, ты же сам у себя воруешь. Сам у себя. Это знаешь, как вот я в профессии своей буду. Я вот 50% текста выучу, а 50% не стану. Как-нибудь. Как? Это я оператор, да? 50% буду снимать, а 50% я вот в пол вот так вот уйду. Ну, это абсурд. И у продюсеров то же самое. Все, все туда, все в кино, все, еще доложить немножко. Машину продать, но вот как у меня друг сделал. Вот это показатель. Он заложил квартиру, чтобы снять кино. И он все поставил на кино. И он сейчас закинул и на СТС, и на ТНТ, и везде вот так позакидывал удочки. Но он квартиру заложил, чтобы снять кино. Вот так надо делать. И, конечно, он от всех прям вот так хотел, чтобы все работали. Я видел, мне понравилось. В активном поиске. Вот он снял короткометражку в активном поиске. И вот сейчас вот посмотрим, как оно там получится. Дай бог.